Всем привет, друзья и подписчики моего канала. Рад вас видеть сегодня. Коллеги, выпущу вечером видео. Будет, правда, минут 15 уйти. Но хотел заранее объяснить вам, почему рекомендую вам его посмотреть, особенно обладателям двигателей R195, друзья, так как я себе приобрел такой мотор. Расскажу, как я покупал этот двигатель, как я приобрел, можно сказать, кота в мешке, так как находился этот двигатель 300 километров от дома, как говорится. И сказал человек, что он просто заводится, немножко бросает сизым дымом. Разберем, что с ним случилось, как это двигатель R195 RNDL. А также разберем, подписчики спрашивали, просили, что такое RNDL, действительно ли столько эти буквы дают нам лошадей в наши моторы, коллеги. И также разберем двигателя R195. Головки новые, которые выпущены на сегодняшний день, продают магазины с реально заводским браком, я его назову так, минимальным, который, конечно же, исправляется, коллеги, но они с магазина идут с нюансом. Так что просьба досмотреть мой следующий ролик, который сегодня выйдет, до конца, друзья, чтобы разобраться, и он будет очень вам полезен. Также о регулировке клапанов и нюансах этого мотора. Так что всем пока, смотрите видео, до скорых встреч.